Сотрудники регионального управления Россельхознадзора досмотрели и оформили на экспорт в Исламскую Республику Иран первую в этом году партию мяса баранины. Экспортируемая продукция выработана калмыцким производителем, ранее прошедшим аттестацию и включенным в реестр экспортеров в Исламскую Республику Иран. Экспортируемая продукция мяса баранины перевозится автомобильным транспортом. В ходе досмотра нарушений условий хранения либо транспортировки не выявлено. Продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям. На основании результатов проведенного досмотра оформлены соответствующие разрешительные документы, позволяющие экспортировать указанную продукцию.